раньше, года, мне кажется, 3 назад, спокойно на улице можно было увидеть драки с молодыми людьми. Я думаю, все зависит от людей, потому что менталитет у нас довольно своеобразный. Мне кажется, никогда не было безопасно и нигде. Сталкивались с преступлением? Конечно. Можете рассказать какой-нибудь случай? Или... Нет, не буду это все афишировать. Маньяка поймал. Сам лично нет, но свидетелем становился пару раз. Ну, самые простые преступления, когда там пытались у пьяного бумажник выводить. Что-то такое. Что людей толкает вообще на подобные вещи? Уровень жизни, бедность, необразованность. Ну и вообще, я вообще сама из Закаменска, если честно, я там не жила, а выживала. Там действительно, когда выходишь на улицу, то ты просто сталкиваешься с всякими разными, знаете, огольцами. А мне кажется, до сих пор сейчас там есть. Если человек совершает преступление, значит, у него есть какой-то недостаток или недостаточность? Это жизни. Неблагоприятная жизнь. Пальцы. Потому что уровень жизни очень низкий. Маленькие зарплаты, с работой проблемы. Соответственно, ну, нет у людей других возможностей как-то выживать. Варианты, как еще обезопасить себя, кроме как перцовый баллончик. Он спасет и от нежелательных знакомств, и от собак. Не пить алкоголь, заниматься спортом. Помогать старшим. Заниматься надо, конечно. Заниматься, двигаться, детей воспитывать. Правильно.